Говорит радио «Свобода» в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В памяти Льва Мнухина. В Москве на 83-м году жизни после долгой болезни скончался историк литературы, писатель и библиофил Лев Абрамович Мнухин. категория исследователей культуры которые приходят не из филологии не из искусствоведения а из среды технической инженеры физики химики они приносят с собой ту линию без которой гуманитарные исследования рассыпались бы разваливались или страдали бы без структурностью свою инженерную линию они превращают в конструкции Именно они преимущественно становятся составителями биографических словарей и библиографических указателей, им свойственные организаторские способности и выставочная активность, они, как правило, неутомимые собиратели и коллекционеры, и часто самые въедливые читатели. Таким был, например, Лазарь Черейский, еще в советские годы составивший справочник «Друзей Пушкина». Таковы Олег Лейкент и Дмитрий Северюхин, авторы биографического словаря «Художники русского зарубежья». Таким был и Лев Мнухин. С 60-х годов он увлекся творчеством и биографией Марины Цветаевой, собрал выдающуюся коллекцию ее прижизненных изданий, иконографии, создал домашний музей Цветаевой, включавший личные вещи Марины Ивановны, ее семьи и окружения. На общественных началах организовывал в московских библиотеках цветаевские чтения – и в 1989 году, как только это перестало быть запрещенным, выпустил в Вене библиографический указатель литературы о жизни и деятельности Цветаевой. То есть еще при советской власти он знал о Цветаевой все. В дальнейшем подготовил множество книг и сборников, посвященных как Цветаевой, так и другим эмигрантам первой волны. К числу важнейших коллективных трудов, вышедших под руководством Льва Мнохина, относятся восьмитомная хроника научной, культурной и общественной жизни во Франции 20 века и трехтомный биографический словарь Российское зарубежье во Франции. Лев Абрамович на протяжении четверти века был желанным гостем историко-литературных программ Радио Свободы. И раздумывая, какую передачу дать в эфир памяти нашего друга, я остановился на записи 2008 года. В ней вы услышите голоса не только одного Мнухина. Мне показалось правильным показать деятельность исследователя в командном контексте, рядом с соратниками, которых Мнухин любил и уважал. Передача «Эмигрантский разговор». В пражской студии три гостя, три исследователя истории русской эмиграции. Лев Мнохин, Марина Сорокина и Рашид Янгиров. Каждый занимается своей темой. Не будем мешать все в одну кучу и разберемся по порядку. Лев Мнохин привез в Прагу книгу, которую ждали долго. 40 лет. Хотя как раз 40 лет назад она уже выходила. Письма Марины Цветаевой к Анне Тесковой. Но выходило увечное. Послушаем. «Мур очень большой. Говорит все для него необходимое. Кудрявый, красивый, толстый, ловкий, изящный медведь. Одолевает живостью, весь день погоня за ним по всем комнатам. Все трогает и присваивает. В общем, настоящий, здоровый, тьфу фу не сглазить ребенок. Была бы няня, все было бы просто. Али няня не была нужна, была. Муру необходимо, не будет». Ласков не терпит расставаний, отца любит больше всех. Первая его самостоятельная фраза была «на лоду масса» с через несколько дней прибавлением «день мало». Народу масса, денег мало. Этим встречает, занимает и провожает всех чужих. И другой фрагмент. Школы я очень недовольна. Уже внушили ему отвращение географии, которые учат наизусть и без карты, одни определения меридианов, широты, долготы и так далее. Он ничего не понимает, а по географии первый, потому что чудная память. Ни разу не показать глобуса, ни одной картинки, а дома объяснять нет времени, столько уроков, что еле справляется. В общем, та же система, что 50 лет, а то и целых сто назад. Зачем все их революции? Люди устраивают революции, чтобы дешевым, хоть и кровавым, способом внешнего переустройства избавиться от необходимости внутреннего перерождения. Легче, конечно, бить полицейских и взрывать министров, чем переделать себя или хотя бы быть. Но бог с ними. Так писала Марина Ивановна Цветаева в письмах к Анне Тесковой из Парижа в Прагу. Прозвучавшие сейчас отрывки из ее писем были выброшены при первом издании книги 40 лет назад. Мой собеседник – историк Лев Мнухин, составивший книгу, подготовивший текст и написавший к нему комментарий. Лев Абрамович, расскажите, пожалуйста, для нас, для непосвященных, какое значение имеет выход этих писем? Да, для посвященных тоже вообще имеет место быть. Дело в том, что это безусловно событие. Если мы вспомним, скажем, за последние годы появились неизвестные письма там, к Наталье Гайдукевич, письма к Рудневу, записные книжки. Это какой-то элемент неожиданности и такая вот встреча с новыми неизвестными текстами Цветаевой. Что касается писем Цветаевой к Тесковой, то вышли они около 40 лет назад, и было известно, что там чуть ли не треть писем опущено текста. Глеб Струвы не поленился, он посчитал количество строк, потому что Марковин, когда опубликовал книгу, он указывал, опущено 10 строк, пропущено целиком письмо 60 строк и так далее. Глеб Петрович посчитал 3000 строк. Можно себе представить вообще для великого гениального поэта, известно, что отсутствует 3000 строк, выдернутых из писем, и где они, и когда они. Поэтому это событие и долгожданное, и, безусловно, очень важное. Безусловно. Лев Павлович, давайте вспомним историю. Вадим Марковин, эмигрант, сын другого известного Марковина, который занимался лексикографией и составлял словари. Эмигрантская известная литературная семья жили в Праге. Вадим Марковин в 1969 году в чешском издательстве Академия, если я правильно помню, выпустил да. книгу «Письма к Анне Тесковой». Кстати, книга вышла в Праге, в Европе. Насколько она получила свое распространение в Советском Союзе? Насколько знали эту книгу те, кто во вообще интересовался этой темой? К а, те, кто интересовался, узнали быстро. Другое дело, что достать ее было безумно трудно, а уж вопросы ксерокопии и так далее в то время вообще просто не стояли. Тем более, что книга на самом Западе среди специалистов, литературоведов, произвела ошеломляющее впечатление. Просто достаточно сказать, что вот уже упоминаемый нами Глеб Струве все лето в русской мысли давал полосы по поводу этой книги. Семь или восемь полос каждую неделю по волосам о книгах, которые упоминаются, о последнем письме Цветаевой перед отъездом в Россию и так далее. Его ученик Семен Карлинский написал целую статью, посвященную только этой книге. Откликнулся Виктор Франк. Виктор Семенович Франк написал письмо Морковину, оно хранится в архиве здесь, в Пражском, в Национальной письменности Чехии, с тем, что он вообще потрясен этой книжкой, несмотря на отсутствие многих строк, несмотря на купюры. Поэтому впечатление, конечно, было... И это впечатление каким-то образом передавалось через знакомых, через какие-то там, ну, скажем, там, Чехословенская русистика журнал можно было получить э, в Москве. И там была статья, заметка о том, что вот вышли такие письма. И их, конечно, искали. Ну, и кто-то при привозил и так далее. Экземпляры были, с ними проблема. И я знаю, что даже в Питер сам Вадим Марковин послал верстку. У него не было книги. Он послал верстку тому, кому это нужно было. Э, существует письмо Магировского из Америки, где он просит у Марковина книгу, а Марковин говорит, обращайтесь в издательство, у меня уже нет экземпляров. И вот так далее, и, и тому подобное. То есть она стала редкостью и стала необходимой, несмотря на то, что она все таки была усеченной. А в чем главная причина этих купюр в Цветаевских письмах? Политическая или это цензура? Эстетическая или там затрагивались интересы каких-то людей, которые еще были живы в то время? Здесь и практически все эти компоненты присутствуют. Видимо, когда Марковин их исключал, эти куски в письмах. Я думаю, что книга сама готовилась еще при либеральном дубчике. А 1969 год, когда уже, так сказать, танки проехали по Праге, могли быть и другие критерии при выпуске книг. Поэтому политическая подоплека купюр одна, безусловно, есть. Там, например, скажем, опущено целиком письмо, связанное с деятельностью Сергея Яковлевича как агента спецслужб в Париже. О том, что цвета его вызывали на допрос, о том, что был опус в Союз возвращения народа. Это письмо, кстати, 64 строки машинописных. Значит, он целиком был опущен. Только указана дата, что было такое письмо написано. Потом даже, скажем, вот такая э, мелочь. Цветаева пишет, что вот в России прошел процесс 16 против Каменного и Зиновьева, они были, так сказать, осуждены. Было письмо, которое подписал Пастердак. Это это было в тексте еще и раньше. А дальше идет фраза «В России свои съели своих». Это, конечно, опущено. Абсолютно вымараны были в письмах всюду упоминания поэмы о царской семье. Вплоть до смешного. Цветаева пишет «Сейчас пишу поэму» а дальше от царской семьи это слово убрано. Это один момент. Второй момент, безусловно, связан с тем, что упоминались еще в то время живущие лица. Это, скажем, Марк Слоним Потому что были страницы, строчки не очень лицеприятные. Цветаев там ругается, что он необязательный. Что, даже есть такая у фраза «Марк Львович в делах враг». То есть он взял у нее юношеские стихи и вроде бы как будто не отдает. Хотя потом э, слоним все это в воспоминаниях опроверг. Все было совсем не так. Или, скажем, она пишет о головиной. Осталось какой-то кусочек раньше опубликован, а часть такая, где она ругает головину за то, что не обязательно она не пришла. Э, это могло показаться обидно живущей еще Алла Сергеевне. И так далее. Очень большая часть писем э, сокращена. Большие куски выпущены. Это там, где касается семейных отношений. Это ссора с дочерью, которая длилась годы, вплоть до апогея, когда дочь ушла из дома. Это практически все опущено. И это, к сожалению, мешало понимать многие семейные ситуации в то время. Потому что здесь, как никому, Анне Антоне Тесковой, Цветаева все доверяет. Все рассказывает, вплоть до мелочей, до бытовых ссор, до подовых сцен и так далее. И есть вещи, которые вообще абсолютно необъяснимы опускаются куски целые, где цвета, скажем, благодарит э, Анна Антону Тескову за ее помощь. Или, скажем, просьбы. Многие просьбы опущены. И Марковин сам объяснял, что он не хотел, чтобы цвета выглядела все время человеком, который обращается за помощью. Но это тоже неверно. А есть куски, которые вообще э, фразы ну, абсолютно безобидные. Э, скажем, например, Мур учится с учителем частным, потому что он в школу сейчас не может ходить из-за того, что в газетах много пишет вот, Сергей Яковлевич, скажем. Ничего, в общем, могло бы и не быть. Или, э, например, Святополк Мирский помогал мне деньгами, говорит Цветаева. Сейчас он не может, он прогорел на каких-то бумагах. Это новый факт какой-то любопытный, потому что, может быть, это ускорило отъезд Святополка Мирского в России в 1932 году. И вот Такого довольно много опущено. Есть просто фразы чисто цветаевского, такого темперамента, характера цветаевского ума, которые, да, просто очень обидно они были опущены. Например, презираю всякое любительство как содержание жизни вот всякое любительство она ругает дочь что дочь в свое время тратит до да, всякие вот такие там посиделки в кафе и так далее и а это как содержание жизни Цветаева это не признает она это презирает или скажем например она пишет я больше всего в жизни люблю книги и природу Потом как бы поправляет души и природу, приравнивает книгу к душе и добавляет и работу. Но это разве здесь есть что-то такое? Это, вот, это, конечно, было обидно, что вот такие вещи э, там 30 лет э, были закрыты. И такими вот, золотыми россыпами усеяны все эти вот опущенные э, отрывки. Там «люблю спарту», «ненавижу спорт». Тоже Цветаевское чисто. И так далее. Так что здесь, конечно... Я думаю, что встреча с этим текстом ⁇ это все-таки большое событие и большой праздник для всех нас. На волнах Радио Свобода программа ⁇ Мифы и репутации ⁇ У микрофона Иван Толстой. Эмигрантский разговор. Его предмет большой том писем Марины Цветаевой к Анне Тесковой, только что вышедшей в Москве под редакцией и с комментарием Льва Мнухина. В одном из писем Цветаева пишет. Дорогая Анна Антоновна, в газетах опять началась травля Сергея Яковлевича. Его просто, по сведениям из Швейцарии, где его ноги не было, называют участником убийства, когда он, знаю, наверное, ко всему этому делу ни малейшего отношения не имел. И это лучше всего знают те, кто сидят, и один из коих выгораживая себя и пользуясь его отсутствием, его обвиняет или называет Никто из знавших Сергея Яковлевича в это не верит. Люди самых разнообразных кругов и убеждений, и в самой редакции сидит человек, который просто смеется при мысли, что Сергей Яковлевич мог убить или участвовать, а печатают без единого доказательства по сведениям из Швейцарии. Очень прошу вас, если при вас будет заходить об этом речь, смело говорите то, что есть. Человека нет, и вот на него кто-то валит и взводит из письма Марины Цветаевой к Анне Тесковой. Продолжаем беседу со Львом Мнухиным. Лев Абрамович, но ведь драма этой подборки писем не ограничивается этим чехословацким изданием 69 -го года. Дело в том, что с тех пор прошло почти 40 лет, но ведь и Практически 20 лет, как в Советском Союзе, в России можно печатать книги по истории и культуры 20 века. Практически ничто не возбраняется. Да? Почему же за эти годы эти тексты не были подготовлены, не были даны в печать? История этих писем сопровождает какой-то еще дополнительный драматический шлейф. Расскажите, пожалуйста, Аня. Весь драматизм заключается практически в единственном решении Вадима Марковина: закрыть весь свой архив в течение 30 лет после его смерти. Он а... умер в 1973 году. В 2003 году он должен быть ар архив открыт. Марковин скончался в Чехословакии, в Праге, правда? Да. Безусловно. И он, он именно здесь отдал эти тексты Цветаевой на хранение в свой архив в, в Праге, и именно здесь и закрыл этот архив. Для именно здесь, да? И закрыл. Какие да, были и... его мотивы? Ну, я думаю, что мотивы одни. Один опять из мотивов это то, что были живущие люди упоминаемые не только. Только в, в письмах Цветаевой он закрыл и другие свои письма, свою переписку. И, и там могли быть, наверное, нелицеприятные какие-то, скажем, свидетельства о тех, кто еще жил. Это вот можно только предположить, что он это сделал. Была жива дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна. Он мог, скажем, как бы опасаться какого-то, так сказать, вот неудовольствия не, не дочери, что это письма открыто раньше времени. Но факт остается фактом, что ну, вот они были закрыты столько времени и они еще не сразу открылись, там, скажем, были какие-то чисто административные ведомственные нюансы, но потом это все открылось. Вообще все письма печатаются, мы печатали по машинописи, которую сделал Марковин, очень аккуратно. Значит, оригиналов нет. Небо оригиналов нет? Оригиналов в архиве нет. Они нам, нам дали такое письмо Болшевскому музею, который с ними э, как бы сотрудничает и, и делал письма. Значит, э, у них нет. Может быть, сын Марковина их взял. Может быть, они не попали сразу. Потому что, когда архив был закрыт, я просто видел эту коробку опечатанную, где были бумаги. И неизвестно, были там... Ну, конечно, конечно нет. Если были бы оригиналы, так они так и были бы. Марковин сделал довольно аккуратно две копии машинописных. Очень аккуратно. Этот, если человек занимается Цветаевой много лет, он сразу увидит, что выделенные слова Цветаевой отмечены все. Там у вот, Цветаева, скажем, могла быть, могла быть подчеркивание или разрядка. Значит, Марковин это не пропустил. Дальше э, видно, что он проставил аккуратно ударение, перенес которые встречаются чаще, чем в других письмах. Потому что, я так думаю, Цветаева писала Тесковой, как человек, у которого русский язык не родной. Стоит или стоит, там есть в нескольких местах, значит, она обязательно поправляет ударением Цветаева, чтобы легче было понимать. Сама Цветаева Сама да. Уже или уже, скажем, там она просит какой-то там чтобы он был уже чего-то. А в другом месте тут же уже, значит, тогда тоже и так далее. Она очень внимательно Цветаева к читателю. Ну, а почерк Марины Ивановны был очень хорошо разбираем вообще, да? да? да, тем более идеально. Марковин, который... И, значит, один экземпляр этой машинописи Имеет купюры, то есть вычеркнутые все куски, и сразу видно, что вычеркнуто, а другой абсолютно чистый, нетронутый. Копии с этих двух машинописных экземпляров мы получили, вот Болшевский музей получил, и э, начали складывать книгу. Во-первых, русский читатель мало знал об Антонии Антоне Тесковой. Мы решили обратиться к словисту Чеху Антонину Главачку, который делал доклад о Тесковой на конференции в Шинорах в 2002 году. Он охотно откликнулся и дал, так сказать, образ тесковой в предисловии. Дальше, помимо вот этого текста, который весь теперь стал полным, мы выделили купюры специальным шрифтом. Да, вот я вижу, что книга такая, как бы, не, не то чтобы разноцветная, но раз, разношрифтная, такая интересная, да, игровая. Тут и жирный шрифт, и, и масса сносок. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как она выполнена внутри. Мы долго думали, вообще советовались и со специалистами, и с архивистами с Вероникой Лоской, с Ричардом Дэвисом, со многими, вообще, насколько это тоже ведь есть элемент того, что составитель вмешивается в текст, он выделяет. Но мы с, на первой же, на обороте же титула, дали сноску, что выделены опущенные ранние купюры чтобы как бы, значит, оправдать вот такое вмешательство. Тем самым мы хотели какой-то памятник вообще морковину, может быть, антипамятник такой воздвигнуть, показав, сколько материала было опущено и закрыто за это время, и сразу читатель, а уж специалисты тем более, сразу видит и с интересом все это просматривает. Почему это закрывалось? Как это закрывалось? Это тоже объясняет многое и того времени, и в биографии Цветаевой. Дальше, значит, комментарии были к письмам Тесковой в шестом томе нашего собрания сочинений Семитомного. Здесь оно переработано, комментарии переработаны, во-первых, с учетом того, что за это время вышли и сводные тетради Цветаева, и записные книжки. Появилось много материала, письма к другим лицам. Значит, мы это учли. То, что более-менее известно, мы просто давали ссылку на собрание сочинений с указанием тома и страницы, чтобы не перегружать аппарат. Тем не менее, он получился довольно большой. Мы дали для читателя несколько приложений. Например, Цветаева пишет э, Тесковой. Потеряла открытку Бема? Посылаю ему свою автобиографию и письмо. Передайте, пожалуйста. Значит, что за письмо, что за автобиография? Мы приводим это в приложение, чтобы было читателю понятно, о чем идет речь. Дальше Цветаева говорит, меня вызвали на допрос по поводу моего мужа и с утра до вечера продержали. Протоколы допросов, они были ранее опубликованы. Здесь просто Вероника Лосская их лишний раз просмотрела и поправила, так сказать, французский текст. Мы дали целиком копии допросов. Это тоже интересно и дополняет само письмо, тем более, которое ранее было опущено. Пушина мы дали цикл деревья, который Цветаева посвятила Тесковой в, в, книге «После России». Надо сказать, что в «После России» всего только два цикла имели посвящение. Один Пастернаку, другой Теско. Это говорит о том, вообще, какое важное место занимала Анна Антон вообще в жизни Цветаевой. Я могу потом сказать, что она была большим ценителем и, и понимала многое в творчестве Цветаевой Антона Тескова. Еще один момент. Это библиография. Мы подобрали все, что писалось о письмах после выхода. Это то, что вот я уже упоминал и Карлинский, и «Струвый», и о том, что в России какие были заметки и статьи. Это, так сказать, библиография, что из... сама книжка выдержала три издания в свое время, была в Израиле переиздана, потом в России. значит, И вот то, что они писали. И последнее мы сделали, мы сейчас практически не делаем иначе. Это именной указатель. Именной указатель, который показывает вообще сколько много информации несут это письма. 600 имен. 600 имен имеется в именном указателе в конце книги. Ну и порядка 150 наименований произведений, упоминаемых в текстах. Стихи, поэмы, проза и так далее, что тоже помогает очень быстро ориентироваться и находить нужный материал. Да, и еще один момент. Я уже упоминал про Виктора Семеновича Франка в том письме, который вот он написал Марковину с благодарностью за вышедшую книжку, он упрекает Вадима Марковина в том, что тот не вычитал или не дал проверить иностранные тексты. И довольно много ошибок во французском и немецком. Потому что сам Франк знал три языка европейских просто блестящие. И этому сразу бросилось в глаза. Кроме того, он нашел ошибки в переводе элегии Рильки, посвященной Цветаевой. Цветаева переписывает для Тесского. И там тоже есть ошибки в переводе. И предлагает свой вариант перевода. И говорит, что если если вдруг когда-нибудь, Вадим Викторович, вы будете переиздавать книгу, то я бы хотел, чтобы вы включили мой перевод вместо того в книгу. И, конечно, мы выполнили волю Виктора Семеновича вообще с большой охотой. И этот момент. Какие-то вещи пересмотрены были в комментариях. Ну, во всяком случае, конечно, теперь читателю судить, как и что, но первые отзывы о том, что уже сама по себе книга есть, ну, сказать, очень положительные и благодарные. Кто издал книгу? Книгу издал в Болшевский музей Марины Цветаевой при поддержке, при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям то, во главе с Михаилом Сеславинским с помощью типографии новости, где, помогли нам в техническом так сказать, смысле. И при финансовой поддержке одного из э, технических таких, э, технической фирмы одной. Просто они нам помогли финансово. Так, был редакционный совет создан во главе с директором Болшевского музея Зоя Трохины, куда вошли вот я, составитель, э, профессор Антонин Главачек, редактор Татьяна Горькова, которая еще делала семитомник. Она очень, так сказать, помогла в, в плане того, что многие вещи ей были известны и знакомы. Э, и э, вот чисто, так сказать, литературную часть взяла на себя профессор Нина Осипова, которая тоже сотрудничает с Болшевским музеем. И вот они составили такой совет, который над, над книгой работал. Историк Лев Мнухин рассказывал о только что вышедшем толстом томе писем Марины Цветаевой к Анне Тесковой. Одно из самых известных собраний цветаевских писем, овеянное почти легендой, наконец-то 40 лет спустя, после первого издания, вышло полностью. «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Эмигрантский разговор». Продолжаем программу. От Цветаевской к другим темам. Мои собеседники в пражской студии – историки Марина Сорокина и Рашид Янгиров, участники закончившейся в Праге научной конференции. Она называлась «Русская эмигрантская культура и гуманитарные науки в межвоенной Чехословакии. Линии профессионального сотрудничества». Марина Сорокина, позвольте начать с вас. Вопрос простой. О чем вы докладывали? Конференция, на которую мы собрались, она проводится прежде всего Славянским институтом. И поскольку тема конференции – это гуманитарные науки и связи гуманитарной российской эмиграции с Чехословакией, то мой доклад, он вообще говоря, почти никак не вписывается в тему конференции. И в этом смысле я чрезвычайно благодарна комитету, который оказался намного прозорливее, чем некоторые из наших коллег, и предложил немножко раздвинуть традиционные рамки понимания, что такое русская гуманитарная эмиграция. Мой доклад, собственно говоря, посвящен очень простой теме. Прага и Чехословакия в научной судьбе семьи Вернадских. Семья совершенно уникальная, не потому что академик, не потому что основатель евразийства, а потому что вот в этом микрокосме, это едва ли не единственный случай, когда мы имеем возможность посмотреть пересечение возвращенца невозвращенца, иммигранта и ученого, пытавшегося эмигрировать и оставшегося все-таки в СССР. И все это в одной семье. Глава семьи академик Владимир Иванович Вернадский, который более всего нынче известен как основатель экологического мышления, его биосферная концепция лежит в основе этого современного экологического мышления. Он был академиком Петербургской, потом Советской Академии наук, начиная с 1912 года. Его сын Георгий это историк и основатель, один из основателей евразийства, который, собственно, единственный русский историк, который очень последовательно, хотя и не слишком удачно, но провел евразийскую концепцию именно на материале своих научных монографий. И, наконец, там есть еще и третий... Чрезвычайно интересный персонаж, который мало кому известен, это дочь э, академика Вернадского, по которую зовут Нина, и которая приехала с академиком вместе в 22 году в Прагу для того, чтобы осмотреться и понять, куда дальше двинуться в Париж, в Берлин или еще в какие-то другие европейские столицы, и которая осталась в Праге. Но она мне интересна здесь еще и с той точки зрения, что среди всех вот противоречий, внешних противоречий, которые были в этой семье, скажем академик вернадский либерал кадет его сын националист монархист академик вернадский минералог кристаллограф петрограф естественно испытайте в широком смысле его сын историк но была еще одна борозда которая пролегла в этой семье борозда таких противоречий и отец и сын вернадские считали себя то есть они идентифицировали себя как русских прежде всего дочь академика Вернадского, всегда и везде утверждала, что она украинка. То есть вот посмотреть, как на примере одной семьи, вот в этом микрокосме, да, вот собираются все эти противоречия. И абсолютно позитивно разрешаются, потому что это была, как известно, одна из самых благополучных с точки зрения внутренних отношений да, такая семья. Это чрезвычайно любопытно, потому что это, ну, в некотором смысле это модель того, как может работать вне зависимости от политических, социальных, культурных, идентификационных, этнических, конфессиональных и прочих рамок, да, как может образовываться такой организм и как он может работать и работать в позитиве. Вот, собственно, чему посвящен доклад. Рашид, вам слово. Что вы привезли, какой доклад в Прагу и чем поразили аудиторию? Ну, вот послушав Марину, я убедился, что я еще один маргинал на этой конференции, потому что она считает, что, в общем, эта тема не магистральная в программе, моя тем более. Моя тема звучит так. Прага – съемочная площадка русских кинематографистов. Об этом кое-что известно по 20-м годам, меньше известно по 30-м когда в 1933 году, в этом году, кстати, юбилейный год, э, открылась студия Барандов, специально созданная для съемок звуковых фильмов. И в том же году одной из первых постановок, которые были запущены на Барандове, был фильм Вячеслава Туржанского «Волга в пламени». Такая очень смешная интерпретация капитанской дочки с э, мотивами Стеньки Разина такая клюква, как это называется, да, для французского и чешского зрителя, потому что это была ко-продукция Франции и Чехии. Но отмечены очень известными именами, скажем, там снялся роли главного разбойника Валерий Инкижинов, который к тому времени стал невозвращенцем. Там участвовали, скажем, я назвал Туржанского постановщика, художником был Андрей Андреев, замечательный совершенно сценограф кино, который много работал в Германии, во Франции. И целый ряд еще имен, включая жену Туржанского Наталью Кованько. Многие ли русские иммигранты, имена которых, скажем, на слуху, имена первого ряда, оказались причастны к кинодеятельности? На многих ли наезжала камера? Ну, я бы не сказал, что на многих. Я думаю, что счет может идти на десятки, не на сотни никак. Но, тем не менее, резонанс был от этого наезда немало и поскольку это очень широко освещалось прессой. дело не в количестве, а в качестве, я бы так сказал. Но назовите несколько имен русских иммигрантов, которые слушатель наш может опознать хотя бы по звучанию. Вы имеете в виду все-таки звуковые, да, постановки, соответственно? Нет, по звучанию самих этих имен. Ну а -а -а. что я имею в виду? Например, известно, что э, муж Марины Цветаевой Сергей Фронт, снимался в иммигрантских. Да, но не в Чехии. Чехии. Но в не Париже. в Чехии. Ага, понятно. В Чехии он, Нет. по крайней мере, не нет, нет. Он, собственно, приобщился к кино. Он начал с того, что он записался на платные операторские курсы. Он хотел стать оператором, потому что была хлебная профессия. Но это было все в Париже. И снимался он в Париже. Здесь у него, видимо, не было никакого доступа в этот киномир чешский. Да и чешский киномер, по-видимому, не был так развит. Вы говорите, что только в 1933 году открыл студия Барандов. Значит, уже накипело к этому времени. Уже некое внутреннее давление было, да, потребность открывать кинопродукцию такую большую. Именно звуковую. Чешскую национальную звуковую киноиндустрию это все началось в 1931 году, когда началось строительство этого чешского Голливуда, как они называли. Инициатором его был, между прочим, отец бывшего президента Вацлава Гавила. Он был инженером, он специально ездил в Америку, изучал американский опыт и пытался его перенести сюда. Но суть не в этом. В Чехии с 10-х годов существовало собственное кинопроизводство. И это все было. И с начала 20-х годов уже здесь работали иммигранты. Не могу сказать, что он отличался большим талантом или художественным вкусом, но свой след он оставил такой Владимир Владимиров. Это псевдоним Владимира Шинкулова, в прошлом казачьего офицера, который, попав в Чехию, переквалифицировался в актера и режиссера. На его счету там где-то десяток постановок кустарных, Мало интересных, но среди них несколько экранизаций, скажем, литературы русской и э, драматургии. Из имен я бы назвал, прежде всего, знаковый. Вот я вам сказал э, Валерий Инкижинов, «Звуковой период». До этого, где-то с 1928 -го года, здесь несколько раз сюда приезжала и снималась Вера Барановская, бывшая актриса художественного театра. А, жена Инкижинова, которая в том же 28 году уехала из Москвы для лечения дочери и не вернулась, собственно, в Советский Союз. А имя это было знаковое, прежде всего, для советского зрителя. Она героиня фильма «Пудовкина мать». Собственно, вот сам Инкижинов, да, если мы сопоставим, как эти люди вдруг неожиданно оказались на Западе и полностью выпали из э, исторического киноконтекста на родине. Инкижинов — это потом Чингисхана. Еще один знак э, экранный и Барановская мать. После этого они перестали упоминать. Они работали в Германии, во Франции. Барановская, к сожалению, рано умерла в 1935 году. Никижинов его еще ждало где-то с 1929 -го года. Он позже приехал. Еще 40 лет съемок. Он был довольно популярной фигурой. То, что русские фильмы, или точнее фильмы с участием русских, были популярны в русской эмигрантской среде, это совершенно понятно. А вот имели ли успех эти фильмы среди иностранцев на Западе, в Европе? Да, вы знаете, тут такая выявляется интересная традиция. Вот, скажем, сейчас Барандов в основном используется как съемочный павильон для разных голливудских, европейских кинопостановок. Это же было, собственно, и в 30-е годы, когда открылась киностудия. Потому что явно здесь были более щадящие цены, вообще условия были другие, и многих это привлекало. Почему, скажем, я сказал, что копродукция, соответственно, немцы очень охотно здесь снимали свои фильмы. Дело еще в том, что это особенность раннего звукового кино, вот рубежа 20-30-х годов. Дубляжа тогда не существовало. Зато вход пошли так называемые многоязычные версии, когда Фильм для того, чтобы продаваться, понятно, что чешский фильм рассчитан ровно на то население, которое понимает этот язык. Ничего с ним сделать нельзя в Париже, в Берлине, где угодно. И поэтому это были копродукции. Они снимались в двух версиях: на немецком языке, с немецкими актерами, но в тех же интерьерах, в тех же декорациях почти, и на родном языке. И вот так это работало где-то до середины 30-х годов, когда уже отказались от этой практики, потому что она была довольно дорогостоящая. Но само сопоставление, я как-то вот посмотрел программу фильмов на один сюжет с участием иммигрантов, скажем, Владимир Соколов, который в Прагу, правда, не приезжал, но много работал в Германии. Это очень любопытно, потому что меняются все смыслы, меняются лица актеров, меняется язык. Иногда не полностью это все совпадает, так сказать, одно с другим по, даже по содержанию. И вот эта вот разница нюансов, иногда очень существенных нюансов. Она очень интересна, когда ты смотришь подряд несколько версий одного и того же сюжета. Вот это особенность раннего кино звукового, длившееся там несколько лет. На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мигрантский разговор. Гости нашей пражской студии историки Марина Сорокина и Рашид Янгиров, приехавшие в Прагу на международную конференцию. Она называется Русская мигрантская культура и гуманитарные науки в межвоенной Чехословакии. Линии профессионального сотрудничества. Марина, давайте несколько отойдем от узкого целенаправленного интереса вашего профессионального от вашей области и поговорим в целом об изучении русской иммиграции. Обывателю в самом нейтральном смысле этого слова, по-моему, давно уже непонятно, чем занимаются специалисты, изучающие русское зарубежье. Не могли бы вы нарисовать картину того, что изучено, такие Очертить вот изученная область, вот область, которая э, будет изучаться дальше, где какие перспективы существуют, чтобы, может быть, кто-то из молодых слушателей нашей программы представил бы себе всю привлекательность или часть привлекательности изучения э, русской миграции, чтобы кто-то увидел, э, какие пути уже исследованы. Э, словом для любопытствующего человека, ответьте, пожалуйста, на один общий вопрос. Что изучено и что не изучено? в области истории русского зарубежья. Но ну, мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что а, непосредственно мое профессиональное поле как раз связано с той тематикой, которая совсем не изучена. А именно, я имею в виду прежде всего историю науки. Значит, если мы посмотрим в целом на то, как изучается русская иммиграция, мы сразу отметим, что это довольно такой, с одной стороны, хаотичный процесс. С другой стороны, есть совершенно четко очерченные сферы, которые много интенсивно и активно разрабатываются. Ну, например, военная история, да, или история политических деятелей. Но есть совершенно такие островки, которые вообще никто не трогал. Ну, например, там социальная политика русской иммиграции. Огромная инфраструктура, огромное количество учреждений общественных организаций, проблемы с иммигрантским статусом. Как? этот мир существует? Как могут взаимодействовать все эти составные части? Что происходит с человеком именно как с человеком? Мы любим его называть иммигрантом, да? но я, например, большая противница в принципе этого как бы, термина, потому что прежде всего такой ведущий маркер для понимания, кем является человек, попавший по разным причинам за границу, да? для меня такой ведущий маркер это прежде всего самоидентификация, потому что мы отлично знаем, что многие те, кого мы называем иммигрантами, они совсем не причисляют себя к этому стану. Позвольте сразу задать такой вопрос в сноске: угу. а где же проходит э, граница, в чем разница между иммигрантом и кем-то другим, кем они себя осознавали беженцами? Нет, конечно, есть историческая терминология, есть то, как мы эту терминологию интерпретируем сегодня. С точки зрения юридического статуса мы можем там говорить о беженцах, иммигрантах и так далее. Это отдельная сфера. Но меня больше всего в этой тематике интересует человек. Вот если мы посмотрим на, на такое поле как история науки, которое совершенно не изучено и которое я называю российским научным зарубежьем не историей а русской науки в иммиграции, да, а именно российским научным зарубежьем. Потому что, например, эта часть она была четко разделена на два сегмента. На тех ученых, которые работали в русских иммигрантских организациях. И это очень небольшая часть научных специалистов, которые покинули Россию после 2017 года. И вторая совершенно колоссальная часть ⁇ это те, кто сумели сделать индивидуальную карьеру в научных учреждениях мира. Это те, кто сумел имплантироваться в мировую ткань науки. И вот они, как правило, себя уже иммигрантами не считают, потому что то, о чем вы спрашиваете, где барьер, где идет вот это разделение, они считают себя частью мирового научного сообщества. Не маркируют свою принадлежность к стране, да, к определенной, предположим, там, политической партии или еще к чему-то. Но это, конечно, свойство людей науки. Прежде всего, причислять себя к мировому научному сообществу, если ты состоялся как ученый. Читатель ждет у рифмы розы. Назовите, пожалуйста, имена. Ну, читателю могу отправить прежде всего к первому изданию, которое появится вот в следующем году. Мы пока подготовили большой словарь российского научного зарубежья 19-го, первой половины 20 века. И вот там он найдет тысячи новых для себя неизвестных имен. Сейчас история науки совершенно четко описывает нам э, там 10, 20, 30 самых известных знаменитых ученых, кто привез телевидение в Америку, да, или там Уже. холодильник и так далее. Имена ⁇ Зварыкин, Сикорский, Петерим Сорокин и так далее. Но дело в том, что наука это такой живой организм, также, наверное, как и, так сказать, кинематограф, который состоит не только из старковских, предположим, да, в моем случае не только из сикорских. А огромное количество в общем, специалистов, которые получили образование, например, уже в эмиграции в 20-х годах, да, возьмем такую область, которая может быть чрезвычайно интересна широкому как раз слушателю, как психология. И мы увидим, что ну, как минимум треть известных американских психологов, я имею в виду на уровне профессоров университетов и тех, кто развивал новые направления в экспериментальной и особенно прикладной психологии, они были специалистами именно российского происхождения. Ну, например, Евгения Ганфман. Евгения Ганфман – дочь знаменитого русского кадета, издателя, журналиста, такого политического деятеля. Кстати, ее брат стал выдающимся американским искусствоведом, специалистом по антиковедению. Вот Евгения Ганфман, которая покинула Россию вместе с семьей еще в 21 году, которая получила образование в Берлине, так же, как еще целый ряд женщин, психологов, которые учились в Берлинском университете, работали в Берлинском психологическом институте с Куртом Левином. Они еще в 31 году по контракту покинули Германию и переехали в Америку, и там создалось целое то, что мы называем scientific network, да, вот целая среда, целая общность профессоров-психологов, которые работали очень много в области прежде всего экспериментальной психологии, а уже после Второй мировой войны они активно занимались экспериментальным изучением психологии ДП перемещенных лиц. Другое имя чрезвычайно известное – Маргарита Овсянкина – которая, если Гантман занималась, скажем, на начальном этапе проблемами эмоциональных состояний, гнева, а потом уже вот после Первой, Второй мировой войны, о чем я говорила, именно она сделала большую экспериментальную работу по ДП, то Овсянкина занималась разработкой очень многих тестов, которые используются до сих пор, и, в общем, часть, некоторые из которых носят просто ее имя. Наконец, и третья составная часть вот этой маленькой женской команды, которая получила свое образование в Германии и потом уехала в США, это Тамара Дембо, которая также занималась очень активно Прежде всего, экспериментальными психологическими исследованиями и прежде всего в госпиталях, которые работали, так скажем, на интеллигентском западе Америки. Вопрос мой будет короткий, но как я суюсь в гигантское поле то, собственно, российского в деятельности тех ученых о которых вы говорите. Как вообще вы их находите, выявляете, и каким боком это относится к эмигрантской науке? В этом и принципиальный вопрос. Это никакая не эмигрантская наука. Абсолютно. Дело в том, что ну, я могу так сказать, припомнить слова того же Владимира Ивановича Вернадского, которого в 1935 пятом году не хотели в очередной раз пускать за границу, и который написал большое письмо руководителям нашей партии, Молотову, где он черным по белому написал, что наука по существу интернациональна, и каждый ученый обязан работать для мировой науки, даже если это приносит какой-то вред его собственной гражданской позиции. Поэтому для людей науки совершенно неважно поиски российскости, русскости, они здесь совершенно не важны. Они изначально себя ощущают и причисляют, прежде всего, к мировому сообществу. К сообществу тех людей, которые существуют поверх тех барьеров, которые э, существуют в реальной жизни. В политической, там, социальной, любой другой. Не надо здесь искать, это принципиальный вопрос, не надо искать русскости, российскости. Более того, для любой страны... Абсолютно важно, как развивается его наука. Но для этого нужно понимать, чем она располагает. Вот если мы посмотрим, вне зависимости от статуса, кто уехал из научных специалистов после 17-го года, да, и в какой мере эти потери повлияли на изменения кадрового, то есть персонального состава, институционального состава, тематики исследований. В СССР России это как бы важный вопрос: что, что мы потеряли, но другое дело, что э, то, что потеряла в в те годы, так сказать, Россия, ну, в общем, приобрела мировая наука. Более того, я, например, совершенно не исключаю, и думаю, со мной многие согласятся, что если бы эти люди остались в России, может быть, они бы не сделали такой прекрасной карьеры, которую они сделали в других условиях, где они получили клиники, где они получили лаборатории, где они получили, э, так сказать, экспериментальное поле, и не просто получили, они этого добились они к этому шли. Рашид, а в вашей сфере, в сфере ваших интересов, какие наиболее перспективные белые пятна для изучения? Ну, их тоже довольно много. Прежде всего, надо выявить, наверное, все локусы, которые существовали в иммигрантской диаспоре, так или иначе связанные с кино. Мы мало что знаем, скажем, о участии русских в кинопроизводстве балтийских стран также мало знаем, как русские участвовали в польском кино. Мне, к сожалению, вот до сих пор не ясно и не знаю даже, как к этому подступиться. А это гигантский объем работы. Было ли какое-либо участие в русских странах Латинской Америки, где тоже свой кинематограф в каждой стране существовал. За исключением одного имени, Аркадий Бойтлер, довольно известный был комик в русском кино-девальционном, который в эмиграции начинал с того, что он имитировал Чаплина, пародировал Чаплина. Это было такое модное довольно 20-е годы направление в театре, в и в кино. Ну, ничего у него особенного из этого не вышло. Он уехал во Францию из Берлина, потом в Америку. Никак у него не сложилось, зато когда он попал в Мексику. Он стал снимать фильмы на испанском языке, стал режиссером и один из уважаемых людей в истории мексиканского кино. Вот я думаю, что это не единственный случай. Так что вот выявить, где русские могли показать себя в каком, в какой из национальной кинематографии, это довольно большая и сложная задача. Про Латинскую Америку помню только, что бразильский гимн сочинен кем-то из русских. Ну вот видите, если, Забыл кем. если вспомнить еще такую страну, как Парагвай, которая была просто инфильтрована русскими военными, то можно себе представить, что они, наверное, проявляли себя не только в военном качестве, но и во всех разных так сказать, и э, в оповещах, и в том числе, наверное, в искусстве. Рашид, но ведь вы занимаетесь не только историей мигрантского кино, но и историей литературы. А что здесь влечет вас сейчас? В каком направлении вы сейчас двинулись бы, обладая вы и большим временем, и, и какими-то другими возможностями? Обладая большим временем, я вам честно скажу, я ничего бы не стал искать. Э, у меня в столе лежит довольно много уже всяких материалов, которые я так копил, копил и до лучших времен откладывал. Вот мне бы очень хотелось к этому вернуться и, так сказать, заново это пересмотреть, откомментировать. Намекните, пожалуйста, какие это сюжеты. С кем ну, связаны? Ну, скажем, у меня была работа одна на эту тему, связанная с иммигрантским издательством в Берлине. И в том числе там была главка небольшая о взаимоотношениях литераторов метрополии и издателей диаспоры. Вот есть письма Михаила Кузьмина, Абраму Кагану, владельцу издательства «Петрополис». Ровно та часть, которая почему-то осела совсем не в том архиве, откуда она была однажды напечатана в начале 90-х годов. Там довольно большой блок, 20, что ли, или даже больше писем, напечатанных в журнале «Рашен Literature. А у меня их где-то семь. Конца 20-х, начало 30-х годов. Вот. В общем, вот один только сюжет, который... Э, один из тех, которые мне хотелось бы довести до конца или, скажем, заняться. Очень интересный персонаж такой Михаил Струвы, поэт, писатель, все еще малоизвестный, в общем, в России, у которого был такой очень интересный, печатавшийся кусками автобиографический роман «Птицы» о жизни в Петербурге, описании старого Петербурга, ужасно интересный, его поэтические тексты, посвященные старому Питеру. Вот эта вот часть как бы. Или, скажем, тот же Антонин Ладинский. Кроме того, что он был поэт, прозаик, он еще был кинорецендентом. У него довольно много есть рецензий о фильмах, и в основном он специализировался на советских фильмах. Ему очень нравились советские фильмы, он там их как-то так с особым вниманием рассматривал, находил какие-то интересные вещи. В общем, я бы так сказал, это можно отнести мой интерес к фигурам второго, третьего Планы, как они традиционно считаются но без которых нет мигрантской литературы то есть можно сказать что не только у поэта и прозаика есть вещи лежащие в ящиках письменного стола но и ученого тоже желаю вам Рашид, выдвигать почаще эти ящики спасибо и спасибо. выпускать этих птичек на волю нам на радость да спасибо будем стараться волнах радио «Свобода» выслушали архивную передачу 2008 года «Эмигрантский разговор». Гостями пражской студии были три исследователя истории русской эмиграции – Лев Мнухин, Марина Сорокина и Рашид Янгиров. Сегодняшний повтор программы мы посвятили памяти скончавшегося в Москве Льва Абрамовича Мнухина. Нет с нами уже и Рашида Янгирова. Сами исследователи культуры становятся историей. И пока мы читаем их труды, истории живой. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача ⁇ Поверх барьеров ⁇⁇ ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину. Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите, почитать и послушать. Грани времени. Еженедельная программа Радио Свобода. Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов – Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Сибирь это три четверти всей территории России и почти 36 миллионов жителей. Сибирь реалии ⁇ это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России. Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни. Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.